химического воздействия. Это да, такое. Да, да. Вот. А вот если везде есть медитации, да, то есть везде есть то, что называется самокопание, самокопание. В высшем этом, да, смысле этого есть. Слова, это абсолютно. Ты копаешь, находишь, извините, дерьмо и выбрасываешь, да, его. Работаешь те же самые. Вот. Методов много. Да. Конфессии, кто каждый как да, может свою опыт передать. Одна. А суть одна. Абсолютно верно. То есть все равно это присутствует. Да. Самоизучение, самосовершенствование и самоисцеление. Роль врача очень часто, да, к примеру, дать лопату. Да, чтобы ты копал. Так, это раз. Второе. Помочь тебе, допустим, ты не можешь копать, у тебя болит спина. Помочь тебе со спиной. Да, чтобы ты копал дальше. Да, чтобы ты мог копать поднять, сам. Поднять, да. Или, допустим, верно, да. Или чтобы у тебя ты мог на себя взвалить ношу какую-то, да, да, отнести ее туда, где она должна лежать, да, сбросить и забыть. Да, да. Да. Понимаешь? Да. Да. Это избавить от боли. Да. Это роль врача. Угу. Да. А если ты не научишься работать с собой, то все это бесполезно. Да, все это бесполезно.